успеваю в уроки. По-моему, в биологии проходит живое и мертвое, а я раскидайчик дергаю. Нелегкая эта задача — его перебросить в астрал. Вдруг кинул меня раскидайчик, опилки свои показал. От горя я вспух и запрыгал над партой, над картой, над книгой и шмыг под земную кору, такой же неотразимый, обвязанный тонкой резиной, как мой утекающий друг. Куда мне сохранность и целость? Куда раскидайчики делись? А с ними Советский Союз. И я по различным психушкам стучу долговязой макушкой. Взрослее не становлюсь. Вот. А второй цикл, значит, я уже...